разу не спрашиваю, были ли развитие ощущений. Я просто вижу, что у многих появилось состояние медитации. Это раз. Есть такое, да? То есть общее изменение сознания, не только в спине, но и изменение общего сознания. То есть появилось медитативное состояние. То есть состояние покоя в нашем сознании, в нашем общем восприятии. Да, да. В то же время это определенный уровень сознания Гуру. В то же время это сила, которая нам может помогать в лечении. Ну и следующий уровень, это уровень тот, с которого я начал. Это уровень осознанности. Осознанность – это значит целостность. Целостность – сложное слово. Это восстановление единства, если взять это как процесс. Восстановление внутреннего единства. Восстановление внутреннего единства, как мы можем сделать этот опыт для, скажем так, лечения. Ну, опять же, не хочу уже вас 20-й раз наклонять. Если хотите, можете сейчас немножко наклониться хотя бы. Просто чтобы завершить опыт уже. Немножко хотя бы наклонитесь, просто надо добавить течение энергии. Попробуйте дышать через заднюю поверхность. Вдыхайте покой.